بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، зачитаем кратко слова имама Аз-Захаби, да смеются над ним Аллах, касательно хадиса, известного хадиса из Сунны Посланника Аллаха, который указывает явно на то, что Всевышний Аллах находится в джиха, да, в стороне возвышенности. Это известный всем хадис рабыни. И мы зачитаем то есть слова имама Аз-Захаби, который ясно объявляет о том, что данный хадис относится к хадисам категории мутаватир. К хадисам категории мутаватир. То есть не просто делает тасхих, не просто называет этот хадис достоверным, однако говорит, что это не просто достоверный хадис, а хадис категории мутаватир. Самая то есть высокая категория, да, хадисов. И мы это делаем потому, то есть обращаем на это внимание, потому этот хадис назвали достоверным очень многие, огромное количество имамов, десятки. То есть я когда писал работу касательно то есть этого хадиса, она у нас на сайте есть, по милости Аллаха, я нашел слова то есть десятков имамов. И то есть не стал это все приводить просто, чтобы не раздувать излишнюю работу. А так, то есть там десятки великих хафизов, и нигде ничего никогда я не видел, чтобы кто-то его назвал недостоверным или слабым. Этот хадис достаточно вам, то есть, братья, то есть следовать в этом за имамом Муслимом, который включил его в свой сахих, который включил его в сборник достоверных хадисов. И сахих Муслим, единогласные ученые на достоверности всего, что там, всех хадисов от пророка, да, то есть Марфуат, которые там, да, кроме тех горстки небольшой хадисов, которую прокритиковали хафизы, как Даракутни, Ибн Бихатим и другие. Но, то есть, основа, да, что единогласие вокруг всего, вокруг достоверности всего, что есть в сахихе Муслима. Помимо того, что прокритиковали хафизы, там небольшое количество хадисов. И этот хадис, никто из хафизов его не критиковал и не говорил, то есть не обращал внимания на илль и на недостатки, то есть и тому подобные вещи, да. Напротив, то есть все единогласны были в аргументации им салифан ва халифан, то есть имам Ахмад на него опирался, имам Аш-Шафи его приводит в аль-ум, этот хадис. Субханава, то есть что еще нужно, да. Все хафизы, все имамы салифан ва халифан единогласны на достоверности этого хадиса. Но в наше время, то есть появились джахили, да, то есть миналь-муаттиля валь-мушрикин, из опустошателей и мушриков, как подобные Каусари и Саккафу и другим, то есть призывающим к заблуждениям, которые говорят, этот хадис недостоверный, этот хадис запутанный, и не приводят ни одних прямых слов кого-то из хафизов, кто его ослабил. То есть все на каких-то своих этих. А суть этого всего в том, что данный хадис просто их не устраивает, потому что айн, они говорят «Ла юсафу Аллаху би айн». То есть Аллах не описывается, да, вот словом айн, где, да, вот эти ашайры, заблудшие ашариты, так вот говорят. Однако, сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, который лучше всех знает об акиде, лучше всех знает о танзихе, да, об очищении Аллаха от недостатков, описал Всевышнего Аллаха би айн. Сказал «Айн Аллах? Где Аллах?» И рабыня ответила «На небесах, над небесами». И посланник Аллаха сказал «Ман ана?» «Кто я?» Она сказала «Ты посланник Аллаха». И он сказал «Отпусти ее, она верующая». И посланник Аллаха «Хакама би иманиха» вынес хукм об имане этой рабыни. А эти шайтаны в облике человека, да, то есть выносят хукма куфре, того, кто скажет, что Всевышний Аллах над троном, над небесами, в стороне возвышенности. У них известное разногласие есть в их заблудшем масхабе, что тот, кто утвердил для Всевышнего Аллаха сторону, то есть сказал, что Всевышний Аллах в стороне возвышенности, да, у них известное разногласие есть, и многие, то есть является ли это кафиром или нет. И одни говорят, что является кафиром, а другие говорят, что авам, да, могут быть оправданы. Субханаллах, и мы видим, да, разницу между масхабом этих заблудших людей, масхабом и акидой, вероубеждением, да, посланника Аллаха, его сподвижников и имамов. Ну, это длинный разговор, и мы в нашей работе, то есть, привели очень много слов ученых, она на сайте нашем Sunna Online
висит, то есть шарх хадиса рабыни, да, айн Аллах, то есть где Аллах, да. И там очень много слов ученых со всех масхабов, и иншалла этого будет достаточно тому, кто ищет истину. А здесь мы зачитаем просто кратко слова имама Захаби, именно здесь, то есть я говорю, не буду, то есть долго вдаваться там в смысл этого хадиса и тому подобное там, а сейчас просто зачитаем кратко слова имама Захаби касательно достоверности этого хадиса, да. Говорит имам Захаби в своей книге, Аль-Улю, значит, говорит, на странице, 16-я страница, это старое издательство, которое, так, сейчас какая там мактаба. А, мактаба Саляфия, Фимадин Тильмунаура. На. Страница 16. И то есть это нигде не различается, во всех изданиях эти слова присутствуют. Говорит имам, фаминаля хадисиль мутаватирати аль-варидати фил улу, хадису Муавията ибн аль-Хакам ас-Сулами. Говорит, из хадисов категории мутаватир, которые пришли в касательно возвышенности, да, Всевышнего Аллаха, хадис Муавия ибн аль-Хакама ас-Сулами. Коля, канат ли гонамун бейна ухудин вальджавания фиха джариатун ли. Говорит, то есть Муавия ибн аль-Хакам радиаллаху анху, говорит, у меня было этот бараны, да, то есть которые паслись между Ухудом и Джаванией, и то есть за ними моя присматривала моя рабыня. Фатталяту зата йомин фаиза зиабу кот захаба минха бишатин. И говорит, однажды я увидел в один из дней, да, что волк схватил одну из овец и убежал с ней. Ваана роджунун мин бани адам фаасифту. Я, говорит, человек, да, обычный человек из сынов Адама, и меня настигло сожаление. Фаасифту фасакактуха фаатейтун набия саллаху алейхи вассалям фазакарту залика лаху фааззама залика алейя. И говорит, я пришел затем к посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, и рассказал ему об этом случае, то есть ударил, да, меня настигло сожаление, я ее ударил, эту рабыню, ударил, то есть сильно, это слово в арабском языке, то есть означает сильный удар. И я пришел к посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, и упомянул ему этот случай. И он аззама залика алейя, то есть очень сильно воспринял это, как бы, да, то есть и назвал это тяжелым, да, то есть проступком. Факульт. Я расул Аллаха фаля уатыкуха, и я сказал, о посланник Аллаха, не освободить ли мне ее? И посланник Аллаха сказал, удуха фадаутуха факуля лаха айн Аллах. И то есть посланник Аллаха сказал, позови ее ко мне, да? И я позвал, и сказал ей посланник Аллаха, айн Аллах, где Аллах? Факулят фиссама. И она сказала над небесами, коля ман ана, колят расул Аллах, саллаху алейхи вассалям. И она сказала, посланник Аллаха сказал ей, кто я? И она сказала, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Коля атыкха фа иннаха му'минатун. И посланник Аллаха сказал, освободи ее, истинно она верующая. Таким образом, то есть имам Аз-Захаби, да, говорит, суть, да, тут, что фаминаля хадисиль мутаватирати, из к числу хадисов категории мутаватир, которые пришли касательно аль-варидати филя-улю, которые пришли касательно возвышенности, да, Всевышнего Аллаха над троном, хадис Муави ибн аль-Хакама ас-Сулами, и перечислил, и то есть привел этот хадис Билявзахи, да, то есть привел этот хадис полностью, да, этот момент.
Таким образом, то есть, вот у нас есть слово всех имамов и хафизов, да, которые назвали его достоверными, а имам аз-Захаби, такой специалист, то есть, в этой науке, как науке хадиса, да, назвал его, этот хадис, категорией мутаватир. А на другой чаше весов у нас какие-то джухаля и мушрики и маджнуны, да, как кёусари, которые его отрицают, и их последователи. И за кем следовать в его религии, то есть мусульманин может выбирать сам, следовать за пророком, его сподвижниками и имамами, или следовать за какой-то нехорошей сектой. Субханакаллахумма бихамдика, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.